Так, начинаем сборку фотбайка на литье. Такие вот здоровенные лопасти. Но есть проблемки. Смотрите сюда. На всех местах, на всех углах видим что-то непонятное. И это похоже на коррозию магния. То есть это колесо, скорее всего, магниевое. Да, почему-то здесь вот такая вот фигня. И вот здесь вот это все сыпется. Дальше прома. Крутится все очень хорошо. Какое-то странное такое супер здоровое колесо. Да, вот такие здоровые выносы, чтобы большая покрышка поместилась в раму. Сейчас буду закручивать. Ну, гайки я уже протянул. Сейчас буду диски прикручивать. Дальше сам велосипед смотрится, конечно, он офигительно. Такой прям черный, красный, белый дракон или, не знаю, грифон нарисован. То есть модный, модный велик. Смотреться он будет, конечно, эпично, поскольку цена его вообще копеечная. Сидушка мне не очень понравилась, как она маленькая, детская по размеру. Но вот покрышки такие прям моднявые, мощные. Ну, стандартная поддельная Шимана стоит везде. Но работать будет. Это не проблема. Ручки поддельные. Тоже все будет работать. Стоят под круглые колодки. Не люблю круглые колодки. Люблю прямоугольные колодки. Но это болиды. Самые дешевые. Как бы работать они тоже будут. Все настроится. Каретка у нас тоже на промподшипниках. Люфта нету. Я уже все протянул. Все хорошо. Заднее колесо пока не протягивал. Сейчас попозже посмотрю. Там тоже все на промах будет. И очень богатая комплектация, как обычно. Тут катафотики. Здесь бутылка, сумочка, звоночек. Напиляете огоньки, фонарик. Что тут, я не знаю, тросик, насос. Вообще все есть. Крылья лежат. Сейчас чуть-чуть попозже. Я все это на него навешу. Но тут будет на этом велосипеде все, что необходимо для того, чтобы его продать. Очень дорого кому-то, не знаю кому. Вот эта байда, конечно, здоровая такая, прям больше, чем моя рука, разирала. А это такая тоненькая штучка. Вот, смотреться он будет эффектно, монструозно. Вроде бы таких недостатков явных у него нет. Но не считая того, что мягкий металл. В принципе, мы на таких электро собирали, то есть ехать здесь будет долго. Пока непонятно, что вот это вот за фигня. Видно, да, что я вот пальцем провожу, она аж ссыпается. То есть какая-то проблема с этим вообще изготовлением вот этого вот обода. Когда окисление магния происходит. Сколько он прослужит, неизвестно. Но лопасти, конечно, крутые. Только лишней рубашки я отрезал, чтобы настроить тормоза и переключатели на этом фэте. Вот собрали мы этот шикарный фэт на литье с каким-то монстром-драконом. В принципе, он вообще прикольный. Единственное, непонятно, конечно, что с колесами. Красочка слезает немножко. А так все настроилось, передачи настроились, тормоза настроились, передние и задние передачи настроились. Смотрите, какая широкая ось. Все прикольно. Единственное, что надо за рулевой следить.